Я написал своей жене смс. Заходи, она уехала. Посмотрим на ее реакцию. Что? Что? Кто? Кто? Кто здесь? Никого. Да, знаешь, мне кажется, ты перепутал. Ты же мне. Что ты сбиту схватила? Посмотрим. Тебе. Не, кому? А кого ты ждешь? Кого? Никого не жду. Да. Кто такой? Успокойся, ты чего? Ты что делаешь? Ты подай. Ты что? Мы должны это попробовать. Здесь как раз мне нужны листик. Погнали. Пробуем. Раз. Оба. Оп. Сгибаем. Все как в видосике. Если с первого раза получится, то будет вообще шикос. Ну вот как-то так, допустим. И склеивай. Давай. Руки золотые. Побежали, проверяй. Ну бегом. Как думаешь, получится? Думаю, нет. Пускай. А ты в меня веришь? Да блядь. Что за херня? А на сцене давно зажигают огни. Я уже за кулисами. Когда колотится сердце, да так, что некуда деться. А мы... Фу, блин. Че так завоняло в машине? Не знаю. Я слышишь запах? Тебя не было запаха. Сейчас появился как-то. Ты воняешь. Ты сам воняешь. Иди понюхай, ничего не пахнет. Понюхай, пахнет. Ты вонючка. Так это от тебя воняет. Не воняет. Ну, здрасте. От тебя воняет. От тебя воняет. Ты вонючка. Машей хотели отправиться отдыхать в Геленджик, но оказалось, что там плохая погода, и подписчики нам посоветовали ехать в Дагестан. Чего? Какой Дагестан? Там же опасно, блин, меня украдут. Но нас заверили, что все это стереотипы, и люди там приветливые и добрые. Поехали. Мы схватили Джонни, Джесси, вещички и, недолго думая, отправились в путь. Дорога была непростая, целых 1900 километров, но по приезду нас ждали такие виды. На днях Маша разрисовала мне мою джинсовку. Всем это очень понравилось, и мне в том числе. Я решил тоже сделать ей сюрприз и разрисовать ее джинсовку. Что из этого получилось, смотрите сами. Давай, смотри. Нифига, это круто. Ты будешь носить такое? Конечно, да, померяю. О, нифига, повернись. Какова? Блин, классно. Малышка на корточках со стулом челлендж. Давай, ты не сможешь одной рукой держать этот стул над головой и присесть. Он тяжелый. Давай. Так? Да, покажи, на что ты способна. Я встаю. Снимай, наверное, оттуда, там солнце. Вот на так. Корточке. Я встала. Давай. Правильно? Да. Что за глупость? Ну. Ну так я смогу это сделать легко. Ты убила меня.